Одесса, канатная дорога, ебио, мать. Трасса здоровья. Грохот еще тот. Обалденная тема. Просто кайф. Солнце мешает снимать, но мы стараемся. Кейса тут трошки снимаю, да, Кейс? Там далее море. Боже, это красиво. Блин, солнце не дает снимать нормально. Будем снимать внизу. Это реально красиво. Красиво, скажи. Обалдеть просто. Мне где-то светит на пятый день. Красотища. Это у нас чего тут? Это у нас тут какие-то. А, тут футбольное поле. Да, там красотулька. Здесь футбольные поля. Теннисные корты. Ух, тут вообще класс. Зелень. Всех тут классно. Мы в джунглях. Амазонки. Обалдеть. Такое старое оборудование, и настолько оно прикольное. Будем смотреть, как будут люди спрыгивать впереди. Вон кто-то с собакой идет. Офигеть. Вот это именно кайф. Прямо возле деревьев, блин. Обалденно. Ну вот, походу, транс стоит. Да, щитовая. Вот все пучки у нас поперлись. Чей-то огород. Куча новостроев. Чарли Чаплин. Все довольно красиво. Ох, кто на огороде ебенит. Кто-то трудится, а мы катаемся. Сейчас будем спрыгивать как-то. Эта штука не останавливается. Не останавливается. Сейчас будем снимать момент спрыгивания. Я держу тебя. Вон уже. Вон, видишь этот, как на ЖД вокзале, как его. Пир. Пупис. Пир, давай там, ты первый. Давай, ты первый прыгай. Я пойду. Тогда открывай дверь. Рано еще.
Проезд по кольцу запрещен. Надо, короче, выпрыгивать хоть. Ноги. Открывай. Давай, давай, руку. Спасибо большое. Всего доброго. Проезд по кольцу запрещен. Ты что, только в одну сторону, что? Ну, хочешь два, давай. Плати за два. Вообще классно. Как тебе кольцо понравилось? Да, только трошки страшновато, из-за того, да что ну. Немножко трошки такая недовіра. И там мы выходим в арку и трамвайная остановка. Зашибись. Пока.